столетие образования Чувашской автономии. В деревне Низкосы Маргаушского района завершается ремонт сельского клуба. Как будет выглядеть новый дом культуры? В нашем материале. Отремонтированный фасад, новые пластиковые окна и двери. Такого масштабного ремонта в Низкосинском клубе не было никогда. Рабочие укрепили фундаменты, стены, заменили систему отопления. Сейчас работы вышли на финишную прямую. Отдыхать культурно смогут жители 9 близлежащих деревень. Данный дом культуры построен в 1964 году. После этого ремонта такового не проводился. Из-за этого обвешал. Выделено, получается, 7,5 миллионов. Это по основной программе. Дополнительно с помощью района и сельского бюджета сельского поселения было выделено дополнительно более 2,5 миллиона рублей. Так как денег не хватало, требовалось больше вложить. Речь о средствах, которые выделили на празднование столетия образования автономии. Общая сумма 625 миллионов 430 из федерального бюджета. Всего до 2020 года в республике отремонтируют 56 учреждений культуры. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Павел Рядков, Республика.